А от у мирних росіян, які не на фронті, немає такої агресії до українців. Та сьогодні, коли в їхніх пабліках почали писати про удари по Україні, вони це дуже активно почали коментувати. І ці коментарі вкотре підтверджують, що вони підтримують агресію свого диктатора проти нашої держави. Как же приятно, с черной пятницей свинорылые. Замечательный день. Прогноз погоды по Украине. Сильные осадки в виде ракет. Зонтик из ПВО не поможет. Сидите дома. Хохлы, чё там? Как ПВО сработало? Все ракеты сбили. Ракеты же кончились у нас в марте, вам говорят. А за что мстить-то? За Чечню, Грузию, Крым, Донбасс, кричалки про москалей и поклонение Бандере. Все ракеты, выпущенные москалями, сбиты. Но от страха потух свет в 6 областях Украины. Ничего на свете лучше нету, чем с утра послать хохлам ракету. Гасить как можно больше хохлопадали. Украина отказалась от всего советского. Вот теперь Россия и забирает все, что в Союзе построили. Пусть сама теперь строит. Сейчас хохлы ох... когда посчитают, на сколько рублей москвичи запустили ракет. Еще не вечер, кстати. Мне показалось, как-то многовато сегодня с утра пораньше вылетело. Как бы хохлы к вечеру вообще не потухли там навсегда. Круто! Замочите этих мерзких украинцев. Посмели, суки, нацистов расплодить. Мрази, потом и до США дойдем. Почему 4 фашистские области не разбомбили? Или их на десерт расхуярят? Размотать эту страну к чертям под ноль, сравнять все с землей вместе с хохлами ебаными.